Ну, здравствуйте, дорогие мои. С вами, как всегда, Чапаев. И я записываю этот ролик буквально на коленках и в дикой суете, потому как через пару часов я уже отправляюсь в аэропорт, ну а там меня ждет долгое 9-часовое путешествие. Прямо-таки до Москвы. Чтобы, собственно, друзья, увидеться там с вами вживую. Ох, и долго же вы меня и упорно звали, но из-за постоянной ежегодной командировки у меня все никак не получалось это провернуть. А вот тут вот получилось. Ладно, не буду, пожалуй, долго сейчас разжевывать и затягивать данное видео, а давайте коротко и по порядку. В общем, в эту субботу у нас, а именно послезавтра, состоится настоящая сходка подписчиков в Москве. На нее может прийти абсолютно любой желающий и увидеться со мной вживую, пообщаться, задать какие-либо вопросы, сфотаться, взять автограф там, ну и все такое. Где она будет проходить, во сколько по времени и прочие нюансы, объявим позже в группе в Дискорде, а возможно и ВКонтакте. Но всем, кто планирует со мной встретиться, советую вступить в группу в Дискорде, потому как там будет специальная тема, посвященная сходке, где я буду каждый день отписывать, где меня можно будет перехватить. Если, скажем, по какой-то причине вы не сможете присутствовать на общей сходке, то не беда. Я в Москве пробуду аж до 15 числа, и в принципе в любой другой день мы сможем такое провернуть. Если же, скажем, вы хотите встретиться лично, не знаю, неважно по какой там причине, то я и такое постараюсь провернуть. Главное, отписывайте заранее, можно даже в личку. Особенно приоритет у тех людей, кто приедет с других городов. В общем, друзья, я специально для этого дела и лечу, чтобы увидеться, собственно, с вами вживую. Не по работе, не по делам, не командировка, а именно для встречи с подписчиками. Так что не стесняйтесь, что-нибудь придумаем. Ну и так как я буду аж полторы недели, то общую сходку сделаем и на следующих выходных, думаю. Ну а после 15-го я уже отправлюсь в Санкт-Петербург. И уже кто с Питера хочет меня увидеть, тоже меня там могут перехватить. Опять же для связи личка, дискорд и все такое. Насчет полноценных сходок не уверен, но если сильно захотите увидеться и соберется, скажем, нормальное количество человек, то что-нибудь думая придумаем. В общем, такие дела, друзья. Так что собирайтесь, отсыпайтесь и готовимся. Совсем скоро уже увидимся. Но для всех тех, кто в этот раз не с нами, то не расстраивайтесь, друзья. В следующем году придумаем нечто подобное. В общем, не грустите, не теряйте, и уже через 3 недельки мы снова с вами увидимся. И сразу же с новыми силами я прилечу творить новый и годный контент. Сразу же начнем с Silent Hill 4 и других обещанных и долгожданных проектов. Что же касается Паразитки, то есть Крайслера, то финальный ролик уже полностью заготовлен и залит на YouTube. Опубликуется он ровно в 18:00 по Москве 6 числа, то есть в это воскресенье. Да, я ее таки успел добить до отлета. Господи, какое же все-таки облегчение, просто не передать словами. Самый трудный и затянутый проект получился за все мое время на ютубе. Ну и чуть позже еще и ретро-игра публикуется. Да, в этот раз я хоть немного все же подготовился к отъезду. Ну что ж, друзья, думаю, не прощаемся, ибо совсем скоро мы уже увидимся. И да, через пару дней у нас как раз будет 55 тысяч подписчиков. И это дело мы как раз таки при встрече и отпразднуем. Ну да ладно, побежал я в общем собирать сумку, готовиться к отлету, собираться, одеваться и в добрый путь. Ну и по традиции, всех обнял, ваш Чапай.